Это питьевой бювет Анапы. Ну, я хочу прощения попросить у всех тех городов. Сегодня вроде бы в Анапе было, так сказать, туманно, пасмурно, но тут вдруг выглянуло солнышко. И сейчас у нас уже 10 градусов тепла показывало на термометре. И действительно тепло, хорошо и прекрасно. Я только что одних подписчиков возил по двум объектам, им один понравился. Я очень надеюсь, что они найдут квартиру своей мечты, и у них все получится. Искренне от души были сделаны эти все передвижения. Ну и рад знакомству, вам огромнейший привет и всем вашим семьям. Сейчас мы находимся в городе-курорте Анапе. Это, как я уже сказал, питьевой бювет. Это улица Ивана Голубца. Пересечение вот с этой улицы, это проспект Революции называется. Это одно из любимейших моих мест, в которое я вас очень часто привожу, потому что здесь такой, так сказать, оплот моржевания в городе-курорте Анапа. И когда я сюда перееду, я, скорее всего, буду принимать морские ванны именно здесь. Ну, буду стараться и к Ашоту ездить, тоже Ашот, мы про это не забываем. Сейчас же мы начинаем нашу прогулку в Анапе. У нас на часах, давайте посмотрим, чтобы все было по-честному. О, часы у нас разряжены, к сожалению, кто-то вчера их не заглядел, тогда не покажу. В общем, сейчас у нас получается 11 с небольшим, подходит время к 12. В пансионатах, которые работают круглогодично, люди еще, наверное, ждут обеда, а потом только пойдут гулять. Ну и честно, никто не ожидал, что вообще выглянет солнышко и будет хорошо. Вот так вот прям отличная погода, которая дарит еще при этом хорошее настроение. Я на самом деле счастлив, что вот Анапу не покидает теплый климат. И вот смотрите, 13 градусов практически было на солнышке. В тень зашел, начала температура падать. О, что подкармливает собак. Здесь еще один клиент, смотрите, испугал его, который ищет, где бы тоже прикоснуться к еде бесплатно, так сказать, без работы. Ну, собственно, мы подходим к ресторану «Ковчег», в котором сейчас вовсю звучит музыка, да, создающая вроде как настроение летнее, но совсем же не лето. Зима уже пришла, уже скоро Новый год, друзья, и это тоже не может не радовать. Почему? Да потому что подарки под елочкой никто не отменял. Смотрите, елка, я не знаю, разглядите вы на камере, но, в общем, она с подсветкой. Еще красиво так сияло, когда мимо проходил, походу отключили именно тогда, когда я пошел. Набережная. О, здесь этот капитан собак. Собак капитанов или капитан собак. Ребята также стоят, продолжают свой отдых в Анапе. Ну, как они и говорили, на весь сезон. Чуть это, не поругались они. Вот так вот. Прогулки чуть не вышли боком. Красота. Грозный пес накинулся на собаку. Ну что, здравствуй, малая бухта. Вода плюс 12, а воздух плюс 10 показывает сейчас наоборот. Но мы спустимся вниз и точно все узнаем. Купающихся я не наблюдаю, но есть одно но. Я вижу два лебедя. Лебеди в Анапе, друзья. Ха-ха. Прям на пляже. Но они какие-то пока пугливые. Это еще не те лебеди, которые готовы к вам в руки прям запрыгнуть, только дай им кусочек хлеба. Но уже подплыли поближе. По крайней мере, они не в бухте находятся. Класс. Какая погода, слушайте, я прям в восторге. Я не думал, что у нас может получиться такая великолепная зима. У меня жена вообще порхает, говорит, ай-яй, какая погода. В прошлом году у нее была депрессия, что у нас было холодно, ветра задували. А сейчас ветров нет практически. Я всех пугал ветрами. Вот, тишина, какой день подряд. Чего я сегодня не искупался в море? Надо, наверное, в баньку сходить. Решиться бы. Итак, друзья, есть возможность, поддержите. 300 рэ стоит посещение бани. Посмотрим, кто-нибудь отправит меня в баню или нет.
Буду благодарен. Так, время 11 часов 13 минут, а вода 12 градусов, воздух 10. У меня часы почему не показали, они, видите, вот так вот переходят в режим энергосбережения, продолжают работать, и вот такого еще заряда хватит, ну, довольно-таки надолго. Я думаю, до вечера должно хватить в таком режиме. 11 часов, тоже 15 минут. Но, видите, не показывают, к сожалению, погоду. Это и есть в черном режиме, можно поискать. То есть, ну, на дисплее нету той всей информации, которая была именно в полном заряде. Одинокий голубь на карнизе за окном. Ай, смотрит на меня, стучится в дом. Может, ты ко мне придешь и все поймешь, ты все поймешь. Туалет, кстати, функционирует. Я в него ходил, там бесплатно одна кабинка. Это тоже хорошо, сейчас не на всех пляжах ты сможешь найти какой-нибудь санузел, так сказать, клозет. Здесь вот на этом пляже есть. Спасибо, так сказать, организаторам за него. А все никак даже не выставляют, видите, эту, как шатер, как в прошлом году. Потому что температура воздуха, в принципе, способствует всем зимним купаниям. Ай, запах баньки как раз таки есть. Наверное, только сейчас начали растапливать. Она, если хотите узнать, вот туда дальше находится. Есть еще какая-то баня, но для тех, кто именно, ну, состоит в клубе, в там яхт-клубе, или как он тут называется, правильно? Такой вкус прям горящего дерева и моря. Это вообще прекрасно. А море как слеза. Как я туда хочу. Чего у меня полотенца нету? Прям обидненько. Так, вон она, одна лебедушка, смотрите, подплыла поближе к берегу. Вот вторая. Голову что-то он сложил, положил, отдыхает. Здесь вот люди кормят уточек. В общем, красота великолепная анапских пляжей. Давайте пройдемся по галечке, пошуршим ей немножко. А здесь еще собак готовится. Вот мужчина пришел, наверное, собирается купаться. Тоже хорошо, значит, мы сегодня еще купание увидимся. Вот я ручкой пощупаю, тут, по идее, вода должна быть гораздо теплее, чем та, в которой купался Ашот. Это действительно так. Так, срочно надо все-таки брать с собой полотенце и купаться почаще. А то прям даже немножко расстроился. Когда смотришь на такое море, когда ладно еще волнуется, там полны, там, думаешь, когда подходишь, оно стекло, вот туда прям хочется залезть. Сейчас пойдем поближе к лебедям и будем на их фоне снимать именно море. Ой, помню, как у меня Ярик любил прийти камушки кидать в море. Сейчас он, наверное, большой, не особо его любимое занятие. Сейчас у нас все дети, компьютерные игры и так далее. Покормили. Ну, это самое главное, лебеди. Ну, смотрите, подплыл к берегу, чистит перышки. И тот тоже чистит перышки. Ладно, чтобы не испугался меня. Видео будет в формате 4К. Не бойся. Кс-кс-кс-кс. Любовь повернулась ко мне задом. Великолепно. Сейчас мы сделаем свои более четкие замеры. Он так смотрит на меня, что это тут я делала. Закинем градусник наш мой. Ой, лапку поднял. Я вам предлагаю просто тихо созерцать эту красоту. 3 минутки. Море с лебедями.
больше чем доволен. Спасибо им за то, что попозировали. Ждут, когда их будут кормить. Красота. Переговоры. Клевые на самом деле. Ну что, друзья, такая красота вас ждет в Анапе, если вы сейчас разрешите приехать к нам на отдых. Ведь Анапа зимой преображается. Появляются лебеди, появляются возможности для тихих, спокойных прогулок. Главное, чтобы не было ветра, и тогда будет вообще все хорошо и прекрасно. С вами был сегодня Юрий Азаровский. Всем хорошего настроения. Улыбайтесь чаще. Ищите позитив во всем. И да пребудет с вами счастье. Ну и на баньку. Если вдруг у кого-то будет желание отправить мне завтра баню, я буду вам благодарен. Всем пока.